что, друзья, у нас сегодня Вагер. Да, Вагер. Очень серьезный, решающий Вагер. Вы знаете, против кого этот Вагер? Да, Вагер против Лиса. Лиса, который на Фоксе, который Илья, с которым мы уже сыграли два матча, и в которых я однажды победил, а однажды проиграл. Везде в тех матчах был счет равный. 1-0, 1-0. Поэтому сегодня у нас с вами решающий третий Вагер FIFA 15. Все, больше не будет Вагеров с Лисом. Больше не будет Вагеров FIFA 15 против Лиса. Поэтому сегодня мы решим, кто же из нас будет чемпионом. Кто станет среди нас победителем FIFA 15. Да, ребята, сегодня очень все серьезно. Да, вы скажете, я в рыжей майке. Да, вы скажете, рыжий это цвет Лиса. Но нет, на майке изображен медведь. Медведь, который в хороших анекдотах всегда ест лису. Сегодня состоится настоящая мужская битва. Да, настоящая мужская битва двух пацанов, которые знают, на что идут. И поэтому ставка абсолютно не имеет никакого значения. Она чисто символическая. 500 рублей. Если я проигрываю, я перевожу Илье на счет 500 рублей. Если он проигрывает, он перечисляет мне футболку с лисом. Да, да, вот так вот. Именно так и сделаем. Поэтому готовьтесь, сегодня будет жесткая битва. Готовься, Илья. Ну что, друзья, мы уже готовы. Теперь осталось только ознакомиться с моим составом. Этот состав я специально готовил под битву с Ильей. Смотрим. В воротах. Икер Касильяс. Ребята, это еще Икер Касильяс из мадридского Реала, но он и должен быть в мадридском Реале. Я думаю, вы все с этим согласны, поэтому Икер Касильяс, мадридский Реал у меня в составе. В центре обороны. Пике. Рядом с ним Сережа Рамос, которого нету, просто нету на рынке, и я еле его нашел, но он есть у меня, теперь он есть в составе. Слева Джессика Альба. Да, он мне не нравится, но он крутой в фифашке, поэтому не взять его в состав я не мог. Справа великолепный Волкер, и вы все это прекрасно знаете. В центре полузащиты, а точнее цопником, сегодня будет выступать Тони Кросс. Цапником под нападением сыграет Марио Гёцы. Это тоже очень неплохой игрочок, хотя на самом деле в Реале сейчас он так себе. Слева Ройс. Без комментариев, как говорится. Справа Стерлинг, еще ливерпульский. Но это даже лучше, потому что сыгранность с Розовым, Стариджем, который мне вообще не нравится, который вообще мне не нравится в FIFA, но он нравится всем остальным, и у меня есть розовая карточка, и поэтому я поставил именно его в состав. Ну и слева, конечно же, великолепнейший Абамиян. Просто супер. Все, ребята, этот состав будет сегодня против Лиса. Сегодня именно этот состав будет биться. Поехали. Итак, мы получили приглашение от Ильи. Все, начинаем. Желтая против синей. Нормально, пойдет. У него форма сборной Бразилии, но было понятно, что он что-то яркое возьмет, так как Лис должен быть яркий. Состав на Фоксе. Мы предполагаем, что он должен быть сильнее нашего. Ну, конечно же, естественно, куча тотсов. Ну, не куча, два розовых Гундоган, которого он ловил в паках, это я видел. Да, приличный состав, рейтинг точно такой же, как у нас, 86. Ройс, Абамиянг в составе, в воротах Нойер, это, возможно, сыграет нам в плюс. Не знаю, ребят, не знаю. Посмотрим. Жалко, что дневной матч, но на Фоксе против Бабон Старс. Сейчас все это начнется. Решающий Вагер FIFA 15 против Фокса. Ух, я волнуюсь. Я, конечно же, волнуюсь, как всегда, но сейчас более спокойный какой-то. Не знаю почему-то. Не знаю. Более спокойный. Немножко умиротворения, немножко расслабления, и все будет нормально. Все должно пройти хорошо. Главное, чтобы не было лагов, ничего не висло. И будет настоящая мужская битва, мужская борьба, которая в любом случае сделает победителем сильнейшего. Все, начало матча, поехали. Абамиянг на скорости забирает мяч. Бист Абамиянг может даже пробить, но бьет точно в руки Нойеру. Хорошее начало, неплохое пока. Сможет ли он бороться против нашего контроля мяча? Потому что контроль в последнее время становится нашей фишкой. И вот так, и еще удар. Нойер добить, нет. Ах, Нойер выручает свою команду. Тихо. Вот здесь уже момент. Вот, и Касильяс, помогай! Да ладно, Касильяс, ты должен был успеть за этим мячом. Какой мяч забивает Робен. Уху-ху-ху-ху. Вот так вот, две нереализованные атаки. И тут же в первой, блядь, атаке я пропускаю.
Хух-хух-хух, вот это начало. Вот это начало от 88-го номера. Великолепный гол, конечно, Илья забивает. Я думаю, он будет его крутить все 4 повтора. Вот, наконец-то выключил. Ладно, я не против. Гол слишком хорош. Ладно, с вами не совсем удачными. И это, к сожалению, может плохую роль, да, сыграть. И опять Нойер. Опять Нойер выручает. Да что ж такое, уже 3 подряд удара. Теперь Старич наносил этот самый удар. Угловой. Так, разыграть или подать? Разыграть или подать? Конечно же, подача, потому что здесь есть высокие парни. Блин. А вот в обороне у нас проблемы могут быть. Проблемы после этой подачи. Так, Илья, что-то финтить. Все, не давать. Главное, не давать ничего сделать. Уже дали. Ёб твою мать! Да хорош, Касильяс, блядь! Что ты делаешь? Это не начало, это просто жопа какая-то. Это что происходит, я не пойму. Блять, соберись, вагончик, пожалуйста. Я в шоке, если честно, ребят, что происходит. Я прям просто, блять, я просто в шоке. Я поплыву сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, иди, иди. Блять, Нойер, долбанный бегунок, бля. Надо контратаки включать. Еще удар, но, блин, выше ворот. Еще один удар. Да почему выше? Ну почему вы в створ не попадаете? Да что ж. Ух-ух-ух, Касильяс, спасибо тебе, родной. Блин, сейчас будет свисток. Исправился, конечно, Касильяс за свою ошибку. Свисток, первый тайм. Статистика явно больше в нашу пользу по ударам, но мы проигрываем 2-0. 2-0 это очень много. Может быть, это и правильно. Так, давайте Ройсом попробуем. Была не была. Ух ты, удар-то в створ, но для Нойера это слишком легко. Да ладно! Да ладно, блядь! Да ладно! Как вы, сука, пропускаете это все? Блядь, я сейчас закончу, нахуй! Как вы, блядь, это пропускаете? Объясните мне, почему? Падает на фамильян тот, сука! Блять, не хочу я, сука, играть. Я уже не хочу, сука, играть. Вот мой Абамиянг. Мой, блять, Абамиянг не хочет, блять, проходить. А тот зато всех проходит. Но у меня же не тот Абамиянг, у меня же Информ всего лишь. Сука, ебаная EA, блять. Но еще Касильяс пропусти такое, да. Ты чё, блядь, пенальти ещё поставь? Сука. We'll be right back.
5-1, ебать, за камбэкчили, может быть. Да нет, конечно, хуй там за камбэкчили. Хуй там мы за камбэкчили, не верю я сам себя. Ладно, повезло мне сейчас. Йо-хо-хоу! И бутылка рома помог Пике сейчас просто. Хорошо. Хорошо, Адамиян. Ох, да, ему, конечно, беги. Беги, сука! Кто это был? Иньеста, наверное. Оу! 99 же скорость! Тихо, тихо, тихо! Ах! Еле-еле. Еле-еле вот гоняют мои ребята. Да, второй мяч, конечно, все решил. Ебануться, блядь. Это же просто пиздец какой-то. Это прям повтор против Денчиков. Прям точно такая же игра. Только не с самого начала все. Точнее, здесь все с самого начала. Три два, но а может и мы в лед? Да ладно, ёб твою мать, был бы шанс! Блять, какой Нойер мяч вытащила. Ой, Абамиян. Ой, да Нойер, ну просто всю игру тащит. Я только сказал, я прям сам себя сглазил, отвечаю. Только проговорил, что Нойер, ну все потащил, ну все потащил этот сумасшедший парень. У меня уже там и косили штрафной. Удар в лед. Нойер. Еще должен быть удар. Буфон на месте. Косилиса нет в воротах. Надо Буфону мешать. Очередное поражение в Вагере. Очередное поражение. Я не знаю, что сказать. Я вроде и готовился, и все дела. Команду собирал. Тренировался. Играл ей. Не знаю. Нет оправданий. Есть только слова благодарности Илье за то, что мы в очередной раз с ним сыграли. Поздравляю его с этой победой. Он просто красавец, Илюха, молодец. Играл здорово. Пользовался моими ошибками. Ну, правильно, так и должно быть. Забил очень красивых два мяча. Поэтому спасибо еще раз Илье. В этот раз он оказался победителем. И как он и хотел при прошлом Вагере. Вагер оказался более результативным, чем обычные наши игры. Поэтому... На этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Ильи обязательно. Посмотрите его версию Вагера. Ну что ж, будем тренироваться, будем пытаться что-то с собой делать. Не знаю. Добрый день, мои зрители. Вы на спортивно-игровом канале Wabomb Games. И у нас сегодня с вами Вагер. Вы скажете, почему у меня такая праздничная атмосфера? А потому что сегодня мы играем против именинника. Именинника по имени Денис. Да, вы знаете Дениса. Денчик Фломастер. Это очень серьезный соперник, ребята. И...